Здравия желаю. Много вопросов было, как подключить реле Умрон. Давайте разберем. Вот оно реле. Вот открываем. К реле идет вот такая подложка. Вот она. Вот смотрите. Тут по номерам. Увидите номера. Номер 7. Вот номер 7. Это 0. Номер 2. Это питание. Вот. 7 и 2 это питание. 7 и 2 питание. 8. Это значит фаза на разрыв. То есть вот здесь разрываю, вот на проводе разорвал. Один конец я разорвал. Один идет напрямую на розетку. А второй конец разорвал вот этим вот. Вот 8. И вот. А выход вот 6. 6 нормально закрытый. Это нормально закрытый. 5 нормально открытый. То есть, когда включается, 5 закрывается, 6 открывается. И наоборот. То есть, еще раз. 7 и 2 питание. 0 и фаза. 7 0, 2 фаза. 8 на разрыв. Дальше. 6. Выход на разрыв. Вот разрывается через реле. 8 значит на реле идет. А 6 выходит обратно на провод. А здесь вот есть фаз такой, фаз вставляете. То есть сначала здесь соединили на колодке, просто все, провода соединили на колодке, а потом удобно сделано, реле Умрон. Потом раз, фаз засунули, все, и включили в сеть. Все. Если у вас на 12 вольт, есть такие на 12, на 24 вольта, то же самое, только тут не фаза 0, а плюс-минус. А так то же самое. Включаете не в сеть, а, допустим, к батарейке на 12 вольт или там понижаете напряжение, делаете. То есть все стандартно, только разница в напряжении. Хотя вот это, она, питание поступает на 220 в ней. Надо питание на 220, но также она может разрывать и 12 вольт, и 24 вольта, и постоянный ток, и переменный, ей без разницы. Главное, вот отсюда питание она берет. А здесь просто выход, ей питание на катушку она берет отсюда. Там, когда постоянный ток, там еще дополнительное устройство, чтобы это самое. Какие-то, значит, чтобы этот ток, чтобы катушка срабатывала, потому что она притягивает-то на переменку. Дополнительное устройство, чтобы этот ток превратить в переменку, стоит, значит, типа транзистора, ключ такой. Ну вот, вкратце. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите. Желаю всем крепкого здоровья, значит, и успехов в труде и обороне. Победа за нами, враг уже разбит.